перед началом видеоролика хочу сделать небольшое объявление о моем канале, а также сделать пиар моему другу. Начну с объявления. Всего лишь-то 4 дня назад у меня на моем YouTube-канале было целых 300 подписчиков. А сейчас на моем канале уже 450 фолловеров. Это очень большая активность. И всем, абсолютно всем, кто подписался на мой канал, я очень сильно благодарен. Перед началом видеоролика я вам хочу порекомендовать канал Фатик. Чувак снимает игру под названием Geometry Dash, Minecraft, а также другие крутые игры. Обязательно подписывайся на его канал по ссылочке в описании. Ну а теперь погнали к видосу. Всем привет, с вами Влад, и это видео по игре Brawl Stars. И в этой игре вышло, так сказать, мини-обновление. И в этой обнове поменяли фон в лобби, но самое важное это то, что с 14 сентября в течение 7 дней будут появляться разные подарки. В магазине, ребят, сейчас можно купить спраута за 169 гемов, а также пайпер за 79 гемов. Меня эти акции не интересуют, так как меня интересует вот этот вот набор значков. И это, ребят, первый подарок, ведь еще будут еще 6 подарков. Что ж, ребят, предлагаю открывать набор значков. Итак, кто же выпадает? Кольт, Нита и Эль Прима. Ребят, мне выпали хлопки на Эль Прима. Это очень хорошо, так как мне хлопки на Эль Прима очень нравятся. Да и в принципе мне нравятся хлопки на всех бравлерах. Ну и давайте же посмотрим, какие мне пины выпали. Итак, заходим сюда. Первый пин это, конечно же, смеющийся Кольт. Ну и давайте посмотрим второй. Это, конечно же, хлопки на Эль Прима. Ну и еще мне выпал пин на Ниту. И она, как и Кольт, тоже смеется. Ну а вот значки, которые мне выпали на моем втором аккаунте, у которого ник Влад2.0. Как вы могли уже заметить, мне выпала смеющаяся Джесси, плачущая Роза, ну и, конечно же, редкий значок на Брока. И это хлопки. И теперь на моем втором аккаунте Влад2.0 есть хотя бы один пин с хлопками. Это, конечно, круто, но давайте, ребят, отправимся на мой основной аккаунт. Ну что ж, ребят, я сейчас нахожусь на своем основном аккаунте. И давайте, перед тем, как открывать наборы значков, я открою подарочный большой ящик. С ящика ничего не выпало, ну и давайте откроем набор значков. Итак, что выпадает? Пайпер, Сэнди и Биа. В принципе, прикольные пины, но больше всего мне нравится пин на Биа. Ну а теперь давайте посмотрим на эти эмодзи поближе. Первый эмодзи на бравлера Биа, второй эмодзи на бравлера Пайпер, ну и последний эмодзи на бравлера Сэнди. И эти эмодзи очень крутые. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мой видеоролик подходит к концу. В данном видео я открыл бесплатные наборы значков на всех своих аккаунтах. Да, на момент записи видео у меня пока что есть только 3 аккаунта. Это Влад, мой основной аккаунт, Влад2.0, мой второй аккаунт, ну и, конечно, мой третий аккаунт, который называется Путь Кольта. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ну а с вами, как обычно, был Влад, и всем пока-пока!